мне больше виртуальная реальность нравится. Я здесь могу быть героем. Я могу избивать музыку. О нет, я чувствую, что-то эпическое сейчас пройдет. Блин, я не успеваю. Чёрт, это было офигенно! Ты думаешь, я устал? Нет, всё только начинается! Поехали! I'll try your hand, I go and see what's in la 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 la. Спасибо вам! Спасибо! Опак! Ла-ла! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Я встал! Невероятно! Говорите, компьютерные игры вредны для здоровья! Я не успел начать, я уже устал! Хорошее начало! От какой еще видеоигры может быть такая дышка? Дальше у нас странная игра под названием БАЦ! What the fuck? Почему так темно и страшно? Жесть! Что это? Ой-ой-ой. А, мне страшно, вдруг кто-то подойдет рядом и будет стоять возле меня. Ах ты ж тварь! А, что за маленькая хрень? What the fuck? Окей, продолжай, мне нравится. Как увлекательно. Что-то замыслил этот синенький. О, да, это именно то, что надо было! Засунуть руку в жопу! А, фу, фу! Уйди, он жопнул меня! Боже мой. Зачем я наблюдаю? Это слишком... Слишком... Круто! Я тоже так хочу! Боже, какие же они офигенные! А, они летают! О, как романтично! А, как они здесь оказались? Вы что, маги? Ань, поцелуйтесь. Музыка из диснеевского фильма. Боже, я в диснеевском фильме. Что сейчас произойдет? Какая интрига! Боже, поцелуйтесь! Горько, горько! Я могу подойти к ним? Боже, как же это! Это жопа! Не надо на меня какать! Только не какай на меня! What the fuck? Не ешь меня! Только не ешь меня! What the fuck? Окей, сделаю вид, что этого не было, что это мне не понравилось. И приступим к следующей игре, да? Да, я думаю, так и сделаем. Но это было офигенно в любом случае. Это было круто. Да. Следующая игра называется IKEA Simulator. Это просто IKEA. А это фрикадельки с IKEA. Поджарим их. Какая увлекательная игра. Офигеть! Эта же игра настолько же скучная, как и реальная жизнь! О, фрикадельки приготовились. Следующая игра называется Snow Fortress. Или же Снежный замок. В этой игре... Ох, сука, ты пи***ец. Не пугай меня больше, маленькая рыжая лисичка. А то я могу, знаешь, и заехать, да? О, какое же реалистичное небо! По сравнению с этими нереалистичными елками. Как так-то вообще? Разработчик! Вау, какие милые вязаные перчаточки у меня! А, смотрите, у меня на голове шапочка! У меня на голове шапочка! Вообще, видимо, я должен взять это и поставить сюда, чтобы начать игру. А, да, она обрадовалась! Офигеть! Она не понимает, что происходит. Ты видишь, смотри, там мафиози-снеговик. Он укрылся в кокаине. Смотри, он построил себе баррикаду из кокаина. Мы должны что-то делать. Вот так вот укрываемся от него. Ничего хорошего от него ожидать не стоит. Я не могу взять, мне там диван мешает. Кладь. Вот так вот. Так по нам он точно не попадет. О, он тоже бросается.
Получай! Это все? Я что, зря это все строил? Ты издеваешься? Твою ж мать! Фак! Заново строй! Саново, бич! Сейчас я такой замок построю, и не смей мне его испортить. Ага, вот так вот он сделал, да? Я так же сделаю. Там кровать мешает! Я не могу взять! Нет! Ладно, у меня есть здесь еще куча. Офигеть, я в детстве никогда не мог со снега построить такие баррикады. Я хоть сейчас построю. А, он уже бросается, черт! Пошел отсюда! Держи морковку. Ты заслужила. Да, неблагодарная тварь, не хочет есть. У меня 40 секунд, чтобы построить, но я устал! Я устал, помоги мне, пожалуйста! Слышь ты, говна кусок! Помогай мне строить, давай! Помогай! Помогай мне строить быстро! Я не знаю, что я сейчас с тобой сделаю. Три, два, один! Ну! Тихо! Ах, ты ж говно! Что это? Смотрите, что у меня есть! У меня есть рогатка! Понял, я сильнее, потому что у меня есть рога... Черт! Не надо меня бить! Это сложно попадает в меня! Ха-ха! Тупая! Офигеть, когда я проваливаюсь сквозь снег, джойстики действительно вибрируют, как будто снег прогибается. Это настолько офигенно реалистично. Почему этот куб прозрачный? Это что, кусок льда? Я же могу смотреть через него! Это офигенно! Давай, у меня мало времени. Сколько у меня времени? 35 секунд. Нет, достаточно времени. Стой! Стой! Так, черт, я все испортил! Какое целится! Прям в лицо! Он попал! Блин! Нет! Черт! Капитан! Лейтенант! Нас убили! Я встал, у меня же голова закружилась. Стоп! Эти игры слишком активные! Что с этими видеоиграми не так? Почему они такие крутые? Почему они такие активные, а? Это что, для тупых показано, что Сноуфорд там? Ты думаешь, я бы и так не додумался, что он там? Еще одна табличка. Спасибо, лисичка! За табличка. Виртуальная реальность — это офигенно, потому что если компьютерная индустрия будет развиваться в эту сторону, то больше не будет проблем со здоровьем у людей, которые часто играют в игры. Компьютерные игры. Как будто действительно поиграл в снежки на улице. И если эту игру сделать онлайн-игрой, тогда можно будет звать друзей играть в снежки в виртуальной реальности в любое время года. Это просто 11 из 5. Это 25 из 20. Это 100 из 1. Это просто супер! Ну что ж, ребят, не забудьте поставить этому ролику лайк. В этом нет необходимости, но выглядит красиво. Подписаться на канал, оставить комментарий. А с вами был Вангай.